у основной сборной свое евро, у молодежки свое. Пока подопечный Дика Адвоката готовится к очередному товарищескому матчу в Швейцарии, молодежная сборная России по футболу трудится не менее усердно, готовясь к отборочным поединкам Евро-2013. Эти ребята, правда, никуда не уезжали. Тренировки проходят на стадионе «Родина» в Химках. На одну из таких в среду и были приглашены представители прессы. Журналисты приехали, тренировка началась, но не успели футболисты закончить даже разминку, как с неба хлынул дождь, и занятие пришлось прервать. К счастью, ждать пришлось недолго. Настроение у природы нынче изменчивое, и вскоре она сменила гнев на милость, а дождик на солнце. Однако Георгий Щенников и Магомед Аздоев как сидели на скамейке запасных с начала тренировки, так и остались там. Они не принимали участия в занятии. Один день они пропускают, потому что у них легкие повреждения. Мы решили их просто поберечь. В этом возрасте несущественно пропуск там одного занятия, и я думаю, что у них такие же шансы, как и у всех, сыграть в этом матче. Совсем скоро молодежной сборной предстоят отборочные матчи Евро-2013 против Португалии и Албании. К ним-то сейчас и готовится команда. Ключевую роль, как утверждают футболисты, здесь может сыграть настрой. Ну, Португалия – это одна из лучших команд национальных, как и основной, и так и молодежной в мире, я считаю. Игра в любом случае будет очень сложная. Португалия. Вот. По поводу Албании, ну, тоже здесь нужно будет настроиться как следует, потому что с такими командами обычно бывает недонастрой. Да, ну, по большому счету, ожидаем только того, что им нужно выигрывать, и они будут оказывать на нас давление, прессинг, плюс их поле, там, где болельщики, стадион. Вот. Но нам, в свою очередь, нужно показать свою игру, и я думаю, мы добьемся положительного результата. Ну и, конечно, за поединками основной сборной ребята тоже следят. Конечно, следим, да, смотрим игры с Уругваем, вот с Литвой вчера. Ну, с Литвой неважно. Календари обеих сборных тоже идут буквально в ногу. И основная, и молодежная команды проведут по поединку 1 июня. Футболисты национальной сборной Швейцарии встретятся с итальянцами, а молодежка проведет выездной матч против сборной Португалии. Наталья Соломатина, Денис Мельников, Динар Бурнашев. Чемпионат ТВ.